Ну, во все невозможно сделать. Теперь будем заказывать проект. Мы в том году закончили осушение, в этом году конкретно возьмемся за воду. Ну, конкретно стоит задача вот доделать воду в Мосиной, на прошлом году не доделали. Это нижняя часть поселка Балахта, это Старомосиная, есть такая у нас, на левой стороне Чулыма. Ну и в Балахте, конечно. Вот у меня вернулся зам Петр Васильевич, он защитил документы по устойчивости. Это когда у нас Министерство жилищно-коммунального хозяйства выделяет деньги на эти вещи. И что будут свободно деньги в поселке Балахта, тоже будем как-то думать. Потому что проблема по воде очень большая. В Балахте привозная вода, в части нижнего населения. Я думаю, что в этом году после осушения проведем большую работу.